В Одесской области очередной случай нападения на представителей оппозиционного блока. На этот раз личности нападавших известны, и они даже гордятся совершенным. А вот какой будет реакция правоохранителей, подробнее в нашем материале. Гематомы, ссадины, черепно-мозговая травма. Юрий Пирогов, активист ОПО-блока, помощник депутата облсовета, сегодня в больнице. Рассказывает, все произошло вчера в селе Алтестово под Одессой. Оппозиционеры приехали раздать информационные листовки. Неожиданно на них напали активисты Автомайдана. Избивал сначала один человек, потом подключились еще то ли двое, то ли трое. Ну, избивали сильно. Избивали руками, ногами. Ну, если видно, вот эта вся область. По словам Юрия, особенно отличился Евгений Резвушкин. Ты запомни мою фамилию. Моя фамилия Резвушкин. И передай лично Скорику и Саутенку вот меня большой привет. У оппозиционеров автомайдановцы забрали и сожгли агитационные материалы, чем тут же похвастались на своей странице в Фейсбуке. Сам Резвушкин так прокомментировал произошедшее. Бить их никто не бил. Там один из активистов нас увидел, выпал из автобуса почему-то. Наверное, хотел убежать. Вот. Потом они нам всю эту агитку отдали, мы ее уничтожили. В ОПО-блоке уверены, сторонников их политсилы хотят запугать. Сегодня оппозиционеры пришли в следственное управление областной полиции. Хотели напомнить, что в прошлом году и начале нынешнего это уже 12-й случай нападения на представителей ОПО-блока. Но ни одно из этих преступлений не расследовано до сих пор. Что же касается Резвушкина, то депутаты возмущаются. Он фигурант уже многих уголовных дел, но власти почему-то закрывают на это глаза. Мы будем требовать в отношении Резвушкина справедливого расследования. Если этого не произойдет, то это будет означать, что действующее руководство и полиции, и областной прокуратуры, фактически Резвушкин – это их сотрудник, который выполняет те или другие поручения их и Одесской мэрии. Полиции сообщили, произошедшее в Алтестово квалифицировали по статье хулиганства, которая предполагает до 4 лет тюрьмы. Сейчас опрашивают свидетелей. Проходят неотложные следственные действия, после которых, если будет достаточно доказательств, указанному человеку будет предъявлено подозрение. Напомню, ранее в Одессе был избит депутат горсовета от ОПО-блока Алексей Еремица. Депутату Богдану Гиганову сожгли автомобиль. А буквально месяц назад группа неизвестных покалечила депутата-оппозиционера, председателя Раздельнянского райсовета Феликса Сигала. Ольга Иванченко, Вячеслав Никифоров. Подробности, телеканал Интер, Одесса.